Привет, друзья! Парочку анекдотов прилетело. Ну, сегодня сейчас у нас первый такой от нашего подписчика и друга Рома Сургутанова. Спасибо, дружище. Идет мужик по лесу, грибы собирает, фигак заблудился. Плутает вообще, ну никак не выйти. Вдруг выходит на полянку такую красивую, смотрит, там такое большое дерево и огромное дупло. Он к нему подходит, такой в дупло руку одну засовывает, правую, вытаскивает, херак, нет руки. Что за херня? Вторую руку засовывает, вытаскивает, тоже нет руки. Он такой голову туда и орет: «Вам там что, блядь, делать нехуй?» Пока, ребят, всем здоровья и процветания.